Всем добрый день и добро пожаловать на нашу кухню. Сегодня мы пробуем готовить салат Цезарь по своему рецепту. Для этого нам понадобится сыр. Вот мы купили фитаксу. Вообще-то другой сыр используется, пармезан, но мы не нашли. Следующий это соус. Вот такой нашли соус Цезарь. Сухарики, курочка отварная и помидорка. Все нарезается кубиками. И салат. Салат, так, я крупно нарезала, чтобы не укладывать его большими листьями в тарелку, чтобы он лежал уже порезанный. Вначале посыпаем немного сухариков. Затем курочку. Так, еще курочки. И сыр. И снова еще сделаем один слой. Возможно, мы что-то делаем не так, как положено. Ну вот, мы решили сделать так из тех продуктов, какие у нас есть. И в той последовательности, как задумали. Теперь сыр. Сыр сначала, потом помидорку. Давай сыр сначала, потом помидорку. Все равно, да, теперь будем сразу перемешивать и кушать. Каждую тарелку или сюда. Потом укус салат, да, положим. Теперь будем поливать соусом. И поверх укладываем листиками. Вот такой легкий и быстрый салат у нас получился. Приятного аппетита! Ставьте лайки, если видео понравилось. Спасибо всем за внимание. До новой встречи. Пока-пока.